Всем привет, ребята, с вами я, Кокос, канал LPS Dream Team. И это Do It Coco. Поехали! Коко, конечно, извини, но это мой проект. И что? И это значит, то, что его веду я, так что иди отсюда, иди. И всем привет, ребята, с вами я, Джастин, с канала LPS Dream Team. И это Do It Джастин. Поехали! Итак, первое задание. Подойди к кому-нибудь в студии и скажи: я давно тебе хотел сказать, что, в общем, ты женишься на мне? А там кто-то идет. Я пошел его встречать. Опа, кого я вижу? Джастин? Собственной персоной. Я еще с прошлого раза не отошел. Так, отходить будешь потом, а пока что я тебе хотела кое-что сказать. Надеюсь, не то, что я пончик. Нет, кое-что иное. В общем, я давно хотела тебе сказать, что, в общем, ты женишься на мне? Мало того, что даун, так еще и извращенец. Нет, конечно, не поженюсь. Кто это сказал, что я даун? Я хороший пес и накачанный. Обидел. Итак, обижаться я буду потом, а пока что следующее задание. И по секрету, это задание мне очень понравилось. Иди в столовую студию и разбросай все там. И я пошел выполнять. Спасибо за покупку. Так, по-моему, это столовая. Чувак, что ты орешь? Я член отряда сине-красных человечков. А я член отряда фанатов Кати Клэп. Бегаем! Ну все, мое дело сделано. Настоящие мужчины должны заниматься спортом, а не есть булочки с повидлом. Цитата Джастина. Так, следующее задание. Подойди к самой злобной девушке в вашей студии и признайся ей в любви. Джастин, не отчаивайся, иди признавайся в любви 15-й своей девушке. Ой, я не думала, что найду ее так быстро. Лузер недоделанный, вали отсюда, чё ты сюда припёрся? Не бойся, я тоже хочу отсюда уйти, но я должен сказать тебе кое-что. Ну и что же нужно лузеру от такой персоны, как я? Я давно тебе хотел сказать, я тебя люблю. Я с лузерами, да ни за что. Ладно, я ухожу. Вот вали отсюда, лузер. Эй, почему лузер? Эх, чувак, жизнь тебя так наградила. Не понимаю я тебя, совесть моя. Что тут непонятного? Я ухожу. Эй, чувак, а кепку? И кепку тоже. У меня есть 14 девушек, вот и хорошо. Недостаточно. Следующее задание. Переоденься в девушку и ходи по студии, типа ты представитель какого-то популярного канала. И давай всем советы в съемках. Всем привет, ребята, с вами я, Конфетка, с канала LPS Taylor Swift. И сегодня я буду давать полезные советы всем начинающим видеоблогерам. Я пошла советовать. И сейчас маленькое предупреждение. Я не дразню, я просто делаю задание. А вот я уже и пришла всем советовать. Джастин, пропусти. Я не Джастин, я Конфетка. Даже с маленьким количеством зверюшек ты можешь снять шедевр. Я это знаю, и пропусти. Проходи. Джастин, чтобы было вдохновение, читайте больше книг, слушайте музыки, смотрите фильмов. Пропусти.
хотел, получилось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, простите. Так, ну что, получилось? Да. Ну, я тоже на это надеюсь. Следующее задание. Скажи любой девушке, то что ты в нее влюбился. Эй, Нека, постой! Кто-то еще? Да. Ну и что, интересно? Я тебя люблю. Я знаю. Откуда? В заставке канала стоит картинка, то что мы целуемся. А, ну, я забыла. Давай еще раз поцелуемся. Ой, ну ладно, ладно. Ну а теперь мне пора. Ребята, пока. Следующее и последнее задание. Пой свою любимую песенку. Ля-л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 я. Да, это моя любимая песня. На этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Джастин, с канала LPS Dream Team. Новый выпуск Дуи и Джастин будет после 6 заданий.